Привет, друзья. Спасибо всем, кто голосовал. В этом году невероятная активность. Хочу сказать, как член жюри, президент этой премии, сложно мне лично было выбирать. Что касается открытия года, то здесь мы все сошлись во мнении, что мне безумно приятно, потому что первый человек, которого я сейчас объявлю, звучит практически на всех радиостанциях нашего холдинга, не только у нас. А второй обязательно будет звучать. Это самые яркие люди, которые появились, взлетели как звезды. С огромным удовольствием объявляю открытие года Зиверт. И второй человек с огромным удовольствием, талантливейший, прекрасный Димаш. Друзья, огромное спасибо всем, кто голосовал, всем, кто просто сегодня в этот вечер рядом. Пусть ваша лайф всегда будет только в кайф. Спасибо. Разрешите мне поблагодарить вас за то, что сегодня я стал обладателем этой статуэткой. И хочу поблагодарить всех зрителей за то, что всегда поддерживаете. В первую очередь, хочется поблагодарить моих родителей. Они сейчас в Казахстане, болеют за меня. И, конечно, особую благодарность я хочу выразить Игорь Яковлевичу Крутову. Игорь Яковлевич, спасибо вам огромное за то, что приглашаете меня, за то, что пишете для меня самые красивые песни. Спасибо, люблю вас.